Всем привет, с вами Андрювей. Всем привет, с вами Андрювей. В смысле? А теперь я покажу, что мы сделали за кадром. За кадром мы поставили картофельного миньона, пшеничного миньона прокачали, картофельного миньона прокачали тоже за кадром. Еще каменного прокачали. Отразили атаку на земле Джерри и в итоге смогли получить скин Санта-Клауса, кучу подарков, кучу зелий, которые мы потом продадим. Поставили и прокачали джунглевого миньона, потом прокачали лесного миньона и дали ему скин Гринча. И последнее, что мы сделали, это поставили и прокачали акацию миньона. Отлично, следующий сезон Джерри будет через 4 реальных дня, а значит, я могу продать подарочки на базаре. Вы не против? А, еще мы получили 2 декорации и куча подарков. Одна у нас стоит около портала, вы ее, наверное, уже заметили. Сейчас проверим, там как крафтится этот проигрыватель? Вроде бы 8 досок и 1 алмаз. Вот джуки-бокс. Ого, Миша сделал тут платформу, ну вот мы нее и поставим, нет. Ой, а что это начало играть? Оно играет музыку из той битвы. О, а я ее не слышал. Спасибо, Андрей. Мы выбили диски, которые играют музыку из той битвы. Мне нужно еще 233 картошки, чтобы прокачать миньона. У нас нету 233 картошки, поэтому мне нужно добыть 233 картошки. Мы можем сделать хранилище для миньона. Кстати, очень дешево делается. Я сейчас каждому миньону сделаю мини-хранилище. Кстати, именно ради этого хранилища я и ставил дубового миньона. Ладно, это не так дешево, как я думал. Это целый стак стоит. Вообще-то, если упасть в своем острове, то ты не умрешь. Точнее, ты умрешь, но деньги не потеряешь. О, что, правда? Да. О, давайте проверим, только был. Да куда ты прыгнул? Нет! Да, да, они сохранились, это правда. Тогда все, не беспокойтесь, свободно. Если что, можем свободно падать вниз. Если что, можем свободно падать вниз. О, слушай, а у нас же эти миньоны тут есть. Давай я скин на одного ставлю. На картофельного покажи. А, ну ладно. На картофельного хочешь? Или на да, этого? Картофельный. Нет, на пряник, давай картофельного пряника, прям как в Кукеран. Я, наверное, нагрудник поставлю, чтобы у меня было и больше хп, и защиты больше одновременно. Потому что одна броня прибавляет к защите много, а другая к хп. Так, в общем, я продал те подарки, что мне дал паук, и теперь у нас есть еще 288 тысяч. Кстати, у нас теперь 848 тысяч в банке. Ну, в общем, то, что я построил, не что-то сверхгениальное, но немножко освежил остров, потому что было до этого вообще ужасно. Блин, да я... Ой, ё-моё, я с пауками этими сражаться буду долго. А вот знаете, какую песню нельзя слушать, если вам не нравятся песни, застрявшие в голове? Эта песня застрянет крепко. Нет, она называется «Песня утки». A duck walked up to a lemonade stand, and he said to the man, run in the stand. Хорошо, Андрей, а можно как-то быстро телепортировать локацию, а не бежать туда кучу времени? Так, все, я скрафтил себе свой первый талисман. Короче, сейчас я включу ресурс-паки и моды, и мир прям вот изменится, прям посередине эпизода изменится. Классно вообще, согласитесь, подписчики? И теперь у нас включились ресурс-паки. Посмотрите, как все теперь по-другому выглядит. Вот, а теперь я пауку дам топор, на который я гриндил 30 минут за кадром. Паук, ты где? Держи. А, кстати, короче, за то, что я вам и Мише, и пауку дал топоры, теперь вы должны мне разрешить потратить 200 тысяч на питомца макаку. Все, не обсуждается как бы. Мы тут типа деревья будем сейчас рубить, да? Eins, zwei, Haferbrei, Kirby ist ein rosa Kerl. Eins, zwei, Haferbrei, denn Kirby ist sehr süß. Eins, zwei... Все, вот, Small for Agent Suck. Я достроил маяк, приходите, смотрите, вам контент на серию сделал. Ё-моё! Чё это такое? Зачем ты это построил? А как нам туда попасть?
теперь чё? Чё с миньоном? Так, так, это, короче, Джерри. А, то есть оно реально переделывают. Я думал, небо это не... Ну окей, тогда у нас теперь эндерменов должно много спауниться. Смотри, смотри. Вот сюда. А, ну давай. Смотри. И как его ставить? Вау. И мы все это построили чисто ради вот этой штуки. Там раз, два, три, четыре, пять, шесть. И вот тут получается. Вот она вот тут вот будет стоять, окей? Вот только тут надо вспахать. Все, по идее, теперь должна начать работать эта фарминка. А я купил питомца обезьяны. Осталось уже меньше 1000 дерева до того, как я открою рецепт оцелота. И вот рецепт оцелота! Правда, чтобы его скрафтить, нужно еще 5 стаков. Но зато это первая коллекция, которую я на максимум заполнил. Вот. И вот он. Тот оцелот, на которого я копил. Он необычный. Могло повезти больше, могло повезти меньше. Мог получиться обычный, мог получиться эпический или легендарный. Но получился необычный, что тоже очень хорошо. И поэтому теперь я его буду качать. Это мой второй питомец. Я оба получил за один день, за эту серию. Ну и в целом, я думаю, то, что цель этой серии я выполнил. Я получил оцелота. И поэтому всем пока. С вами был Андрю Вэй. Еще в начале были Мишамол и Паук. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.